Welcome back. I've prepared some jobs for you. Так. Обучение. А, кишка, обучение. А ну-ка, обучение. Да. Welcome to your first day at Ghost Hunting Distribution. Read the whiteboard to get started. Так, добро пожаловать. Агентство Ghost Hosting. Что-то, чтобы начать, возьмите фонарик, он у вас за спиной. Включите фонарик, нажмите горячую клавишу «Использовать». Так, вы можете перебить ваш инвентарь, чтобы доставить нужный предмет. Окей. Фонарик взять. Окей, включить. Взять ключ. Взял ключ. Открыть. Все, я открыл. Так, обучение. Сейчас там все расскажут и покажут. Да? Барбара Вильсом! Дай мне знак, ёпта. Ваша первая цель в начале каждого задания найти любимую комнату призрака. Это комната для... где призрак будет... производить большую часть своего времени. Окей, допустим-то. Так, чтобы найти эту... Вот, сейчас самое главное, ребята. Чтобы найти комнату призрака, обратите внимание на открытые двери, брошенные предметы или звуки, доносящие из этой комнаты. Так, минутку, значит. Открытые двери, брошенные предметы или звуки из комнаты. Окей. Ага, во время они могут менять комнату. Открыть комнату, нажмите Е. А, чего? Чтобы открыть дверь, взаимодействуй с ней. А! Тьфу ты. Я понял. Комната 1. И что? Тут вроде бы все в порядке. Нету брошенных вещей. Окна не открыты. То есть двери не открыты, только вот я тут дверь открыл. Подожди, а в эту сторону двери не открываются? Ага. Допустим. Head through the door to the next section. Открой двери следующую. Да. Я уже боюсь-то. Ага. Окей. Ну, допустим, комната 2. Вот она. Вот здесь призрак может. В комнате 2 тусоваться, кстати. Ты тут? Так, комната 3. Да, призрак тут. Как положить? Г? А, на букву Г. А, С. По идее, призрак тут. Тусуется. По идее. Да. Да, он тут. Все, призрак здесь тусуется.
комнате 2. Да, все, я понял. Призрак, ты тут тусуешься. Все, я понял. В комнате 2 он тусуется, призрак. Я закрою двери. Не-не-не. Ни в коем случае. Барбара Вильсом. Барбара Вильсом. Дай мне знак. Да я понял, что ты тут. Вот только швырни что-нибудь, я тебе сейчас так швырну. Собака такая. Фу. Опа. Вот падла, а? Бросается всякими. Ладно, пофиг, я понял. Вот и тусуйся тут. А, надеюсь, она там тусуется, а не здесь. Она сюда не может зайти, ведь, правильно? То есть она может, но. Ладно. Так, закроем. Так, рассудок. Загрузка. 50 рассудок. Так, рассудок. А у каждого охотника рассудок отображается в процентах. На экране фургона при каждой командной игре это экран так будет. Отображаться средний уровень рассудка команды. Ага. Ваш рассудок может понизить следующие события. Ваш рассудок могут понизить следующие события. Нахождение в темноте, паранормальные события, использование призраками особых навыков. Ага, вы можете восстановить свой рассудок с помощью успокоительного. Попробуйте выпить. Ага. Опа, кстати, это новая текстурка. Оп, чего? Good job. Ага, а как выпить-то? Левой кнопкой мыши? Да? Окей, уж допустим-то, у нас сейчас рассудок 99, 100%, окей. А почему он падает все время теперь? Ведь я на святом месте нахожусь-то. Окей, да. Чего? Ты чё, дурак? Ты чё, дурак, что ли, дверь закрывай за мной? Да кто мне за мной? Так, для поддержания стабильный уровень рассудка старайтесь находиться в освещенном помещении как можно чаще. Вы можете включать свет с помощью переключателей, наведите на него, затем взаимодействуйте с ним. Ага. Ну, допустим-то. На каждой локации вы можете включить одновременно только ограниченное число ламп. Если вы включите слишком много, сработает предохранитель, и все лампы будут выключены. Окей. Well done. То есть я.
ты закрой дверь. Ой. Просто открой дверь. Так. А, ну допустим, так. А! Ой, предохранитель. А я могу две лампы включить? Ага, две лампы. Ага, если я третью, она вырубится, правильно? Да. И здесь вырубится, я понял. Ну допустим-то. Ты чё, дурак что ли? За мной дверь закрывать. Ни в коем случае. Так. Это у нас электромагнитный МП называется. Обычно требуется найти более трех типов доказательств. В рамках обучения мы продемонстрируем вам все семь. Чего, все семь? Доказательства. Ё-моё. Пиздец. Извиняюсь. МП отпечатки остаются почти на всех. С чем взаимодействует призрак? Эти отпечатки остаются на поверхности около 20 секунд и могут быть считаны как с помощью прибора МП. Возьми свой детектор МП снизу, включите его с помощью кнопки «Использовать», а затем наведите его на объект, который недавно взаимодействовал призрак. Так, включить. Некоторые типы призраков оставляют более сильные МП, если ваш детектор МП показывает силу 5 или выше, подожди, это можно считать доказательством, неужели? Не может быть. Откройте ваш журнал, нажав на кнопку журнал, перейдите на вкладку доказательства и в верхней части страницы и пометьте МП уровень 5. Ну допустим-то. Так, нифига нету. Nice work. Ёб твою, а тут нету 5. Только 4. 4. А тут нету 5. Минутку. А, где-то журнал. Ну тут 4. А, тарелка. Тут 4 только он. Где-то заблокированы игроки, недавно игроки, меню. Статистика, журнал. Блин, тап. Блин, что там надо было зайти куда? Чтобы журнал открыть. Откройте свой журнал, нажав кнопку журнал. А где журнал? Подожди. Какой кнопкой журнал открывается-то? Не на И, Джей? А на Джей открывается снимки, общие. Общие. Меню паузы, статистика. Двадцать четыре призрака, ё-моё. Снимки, предметы, общие, да? Доказательства. А, доказательства тут надо зайти, я понял. Доказательства МП5. Паша, почему МП5? Тут нет МП5. Ну 4, тут нету 5.
только 4. Ладно, допустим-то. Ты чё, дурак? Так, ультрафиолетовый, минутку. Некоторые типы призраков вставляют отпечатки рук на дверях. И даже шаги на полу, если они наступают на соль, эти отпечатки видны. С ультрафиолетовым. Чтобы найти отпечатки, следите за взаимодействием призрака. Затем возьмите ультрафиолетовый фонарь, активируйте с помощью кнопки. Затем посветите вокруг, чтобы обнаружить призрак отпечатки. Если вы обнаружите УФ отпечатки рук или ног призрака, обязательно запишите в своей находке на странице доказательства в журнале. Даже при долгом направлении направлении взаимодействия отпечатков заряжается ультрафиолетовым светом, чтобы вы можете полностью убрать УФ-фонарик и сделать снимки при помощи фотоаппарата. Еще больше денег. Окей, допустим-то. Взять. Так, ультрафиолетовый взять. У! Опа-на! Так-так-так! Так. А я вижу! Он туда пошел. Опа, я отпечаток вижу. Well done. Я вижу. Вот он. Он пошел в ту сторону. Журнал. Так, минутку. Журнал доказательства. Так. Ультрафиолет. Ой, нет. Ультрафиолет. Нет. То есть, да, ультрафиолет был. МП5 не было. Окей. Тогда откройте двери, дружочки. Так, хорошо известно, что дух возле призраков также будет холодный, но некоторые типы призраков опускают температуру ниже нуля. Перемещайте проказы, вы можете заметить, что ваше дыхание, видимо, в воздухе как облако пара морозного. Заметив это, проверьте температуру с помощью помещения. Возьмите термометр и... А, вот это же подчеркнуто, что надо взять. А ну-ка, давайте я выкину вот это. Выкинем. А, возьмем термометр. И зайдите в комнату. Проверьте температуру. По мере ее изменения вам нужно найти место, где температура опустилась ниже нуля. Найдите особую холодную комнату ниже температуры нуля. Отметьте это в своем журнале. Ага. Ну тут падает температура. Прямо очень падает температура. Странно, здесь падает температура. А там было ниже нуля надо, именно. Она может... Ну, допустим-то.
Тут только 5. Ага. Только 5. А ну-ка, здесь сколько будет? В этой комнате. Не, оно повышается в этой комнате. Окей. А в этой что у нас? Тоже нифига. Да в этой комнате будет. О, пошло, пошло. Да, вот эта комната. Move to the next room. Да, это комната. Все, нашел я комнату. Статистика. Журнал. Доказательства. Так. Минусовая температура. Почему дух отмечен тут? Был. Ой, наоборот, минусовая температура обязательно была. И МП... 5 не было у нас МП. А, был ультрафиолет был. Так, ну-ка, Г. Да ё-моё, да хватит закрывать двери за мной. Лазерный проектор. Вот это вот самое. Лазерный точечный проектор позволяет вам увидеть то, чего не видно при обычном свете. Иногда с его помощью вы можете увидеть проблеск посторонних мира. С помощью лазерного проектора можно обнаружить только несколько типов призраков. Возьмите проектор, включите его, нажмите кнопку «Использовать» и направьте свет туда, где, по вашему мнению, может находиться призрак. Если вы увидите призрачный силуэт, значит, вы нашли доказательство присутствия призрака. Ага. Так, попробуйте обнаружить призрака. Затем оставьте в журнале. Окей, допустим, так, оп. Оп. Так, откуда я могу знать, где он может быть-то? Good job. Это призрак. Тут что, 2 призрака? Подожди, а если я войду? Хорошо, что у меня он не задушит. Этот призрак. Так. Явив себя в лучах лазерного проектора, призрак направится к ближайшему игроку, находящемуся в том же комнате. Вы можете использовать это, чтобы заставить особо пугливых призраков подойти поближе. А, они еще пугливые призраки есть. Seriously? Подожди, но если тут призрак есть... Если тут призрак есть, а почему они тогда не показывают на мне... Он показывает один. Подожди, он один показывает только, да? Допустим-то. Да открой двери. Дурак, что ли? Так, это можно выкинуть, потому что. Так, фотоаппарат. Так,
призрачный огонек. Окей, зачастую снимая паранормальные явления, порно нормальные явления, явления на видеокамеру, исследовали обнаружение чего необъяснимые световые пятна. Перемещение по кадру. Эти явления получатся звание призрака огоньков. Чтобы обнаружить их, возьмите видеокамеру и включите ночное зрение. Ага, нажмите. Найдите интересующее вам место, где вы можете положить видеокамеру или продолжить следить за происходящим в кадре из фургона. Осмотрите комнату призрака и поищите небольшие двигающие огоньки. Найдя их, сделайте пометку в своем журнале. Я нифига не вижу. Точно тогда не здесь. Мы можем камеру сюда поставить. Nice work. Чего? Вот они. Все, я вижу на камере. Подожди, или нет? Слушай, а как можно... Подожди, поставить предмет. Минутку, параметры. А как управление-то? Игра. Так. Аудио, статистика, журнал. А, вот она летает. Я вижу. Вот сюда вот куда-то он летел. Забодал меня это самое. Так, записи в блокноте. Так, некоторые паранормальные существа взаимодействуют с предметами более активно, чем другие. Известно, что некоторые призраки могут даже оставлять записи в блокноте, если тот оставит неподалеку. Чтобы получить доказательства, запиши записи в блокноте, возьми блокнот и положи его неподалеку от призрака. Чем через некоторое время призрак либо кинет блокнот, либо напишет в нем. Если призрак оставит запись в блокноте, обязательно помечу в блокноте. Окей. Так, подожди, что у меня есть тут? Камера, зачем мне камера-то? А, блокнот. Так, я возьму фонарик. Так. Сейчас я возьму блокнот. Тут два блокнота есть. Так, я ему блокнотов наставлю. Я ему сейчас столько блокнотов наставлю, что он будет... Ёбану... Well done. Сейчас напишет, умри, да? Помоги. Помоги мне.
А, он одно и то же пишет. Сейчас ты мне тут запишешься. Сейчас он мне тут... как его называется-то? Give the sign. Give the sign. И чё не пишет он больше? Что, устал уже? Да-да-да, конечно. Так. Радиоприемник. Используйте охотничьи для призраков. Так, сканирование различных радиочастот. Ага. Возьмите радиоприемник, включите. Окей. Включить радиоприемник. Ты дружелюбный? Где ты? Свет в комнате выключен? Окей. Выключи свет. Ага. Так. Возьмите радиоприемник, включите его, нажав на кнопку. Убедитесь, что свет в комнате выключен. И попробуйте задать вопрос. Спросите у него, где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Give the sign. Where are you? Where are you? How old are you? Where are you? Где ты? Давай я выкину вот это. И фонарик. А, кстати, блин, у меня фонарик ведь включен. Я забыл, у меня фонарик включен. Он не ходит базарить со мной, потому что у меня фонарик включен. Дурачок я. Где ты? Где ты? И потом, где ты? Ты дружелюбный? Сколько тебе лет? Если бы призрак отвечает... Серьезно, он красным замигал. Подожди, если призрак ответит вам, индикатор замигает. Если призрак ответит вам, индикатор замигает белым светом, и вы услышите голос. А призрака, ага, это белым. Посиди помех. Если индикатор мигает красным, значит ваш вопрос был услышан, но ответа вы не получили. Ага. Окей. Я понял. Так. Ага. То есть комната... Я понял. Это комната призрака.
Ага, закрыто. То есть, понятно, что он тут бросает. Это предметы. То есть, комната призрака здесь. Тогда можем я открыть все эти двери? Если комната призрака тут, тогда я возьму этот блокнот. Тихо. Окей. Я комнату... Если тут комната призрака, я тут оставлю блокнот. Оставлю блокнот. Он, по идее, если это призрак, он напишет. Должен написать. По идее. Так. Сейчас посмотрим. Огонек есть тут? А ну-ка. Напиши в блокнот. Ага, да он, видишь, он тут кидается. Ну это комната призрака, я понял. Вот это вот. Да он кидается. А ну-ка. Сейчас посмотрим по рации. А, где ты? Ты дружелюбный? То есть он отвечает, но я понял, он отвечает, ага, он бросает предметы и отвечает. То есть он, подожди, он в радиоприемнике, я не знаю, в радиоприемник он как бы... Он не говорит в радиоприемник. Он это самое. Так. Так, это что у нас? Камеры, да? А, это у нас это самое палка волшебная, да? О, кстати, призрак тут стоит еще один. Правильно? А, нет, это не призрак. Тьфу ты. А ну-ка. Ой, зачем я взял вот эту вот фигню? Так, так, его. Так. По идее... А где он? А я не вижу, чтобы он был бы... А я не вижу, чтобы он это самое тусовался здесь. Призрак. Что у нас? Это у нас лазерный проектор. Так, возьмем лазерный проектор, возьмем и температуру возьмем обязательно. Сейчас посмотрим. Это, допустим, комнату мы нашли. Призрака, допустим-то.
Тут температура нормальная. В температуру призрака... Сейчас посмотрим. Тут должна температура низкая быть. Это, конечно, не обязательно, но... Ну? Ну нифига нету тут. А, тут вот свет можно выключить. Окей, допустим-то. А ну-ка, сейчас я возьму рацию, а выключу свет. Slips away. Good job. The young individual. It's far and wide. The young individual. Ёбаный, он базарит. То есть он базарит. Так. Чего? 5 минут? А в каком смысле 5 минут мне? До полного пиздеца, сынок. До полного пиздеца. Да? А, призраки могут атаковать вас и ваших коллег. Это так называется охотами или имеют шанс. Так, что там? Шанс произойти, как только ваш здравомыслие достигнет среднего порога 50%, которые типы призраков могут напасть раньше или позже этого срока. Ага. То есть, если у меня рассудок минус... То есть, я понял. В зависимости от сложности, которую вы играете, можно даваться безопасное время на расстановку оборудования. Обычно оставшее безопасное время отображается в больших светодиодных часах в фургоне. Ага, так же, как вы можете видеть справа, пока у вас есть время, ваш рассудок не сможет упасть ниже 50%. Ага, и также охота не может начаться. Когда охота начнется, входная дверь будет заперта. Да, я понял. Призрак начнет искать. Выключите электронику. Это, наверное, в руках. Которые держите в руках. Спрячьте в шкафчиках. Или присядьте. А затем... То есть надо присесть или спрятаться и присесть. Зачем-нибудь высоким, или подождите, пока все закончится. Следующую комнату, чтобы опробовать эту механику. Ага. Something's not quite right. You better hide quickly. That was a close one. Congratulations on completing your training. You can exit through the truck by interacting with the keypad. Ёбаный рот. Она только что прошла. Она в ту сторону пошла. Так. Ага. Это что, все?
вы серьезно? Это что, все? Это что, все обучение? Вы серьезно? А как кинуть-то? Ой. А как кинуть-то? Ну, допустим, попробуем. Я не знаю, что там. Допустим-то, сетевая. Одиночная. Окейушки. Сложность, любитель. Не открыто. Уровень 10 требуется, окей. Много времени на расстановку оборудования в доме начнет охота. В начале охоты вам дается достаточно времени, чтобы спрятаться. Фаза охоты быстро заканчивается. Ух ты ж, прикол. Давайте начнем. Окей. А вот это, да? Окей. А я могу поехать уже? Поехали. Начать. Погнали. Попробуем. Так. Кому отвечает? Кому отвечает? Всем отвечает, да? Сбежать от призрака, пока он охотится за вами, найти доказательства присутствия призрака при помощи МП, достичь среднего рассудка уровня ниже 25%. Угу. Ну это легко будет, конечно. Минус 25% я быстро это. Это я быстро. Что там надо было по заданиям? Сбежать от призрака, рассудка, найти доказательства присутствия призрака при помощи МП. МП. Что, фонарик берем обязательно, что еще? Я не знаю пока что, что взять еще с собой. Блокнот давайте возьмем. Ладно, погнали. Окей. Так, тут видеокамера стоит. Окей. Так. Так, тут дверь была закрыта. Так, она где-то, может быть, наверху, он или она. О! Джозеф Карарк! Чего? Он тут. Он в этой комнате. Тихо. Так, он в этой комнате. Четыре МП. Ага. Подожди. Журнал доказательства. Так, так, так. Запись в блокноте. Так. 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 Быстрее бежим. Фургон. Просто. 10 дангаров в секунду. Просто. Не 10, а 100 дангаров в секунду делаем. В это самое. Так, минутку.
общая активность, окей. Рассудок 97. Угу. Так, а ну-ка. Возьмем вот это и рацию возьмем. Окей. Минутку, что я? У меня есть МП. Бля, у меня... Ага. Так. Г. Возьму рацию. Сейчас. Сейчас пойдем посмотрим. Он, если ультрафиолетовый есть у него? Сейчас мне просто интересно, ультрафиолетовый. Если он здесь тусуется. Если он тут тусуется, он тут должен быть где-то фиолетовым. Так, а ну-ка. То есть он меня услышал, но он не ответил. Статистика, журнал. Журнал. Минутку. Он меня... А ну-ка. Да, он кидается вот предметы, я понял. А ну-ка, ладно, побежали обратно. Фух, мне самому страшно, ребята, стало. Серьезно, мне самому страшно. Бежим 100 дангаров в секунду. Или 1000 дангаров в секунду, а ну-ка. Подожди, это что у нас? Так. Так. Температура. Тут плюс температура. Просто очень сильная. Да я вижу, что ты кидаешься. Пожалуйста, видите, если он кидается, это записи в блокноте, ультрафиолетовый, МП, лазер проекта, призрачный огонек, радиоприемник. Он здесь где-то. Не? Я сейчас ни хрена не понимаю. Я пока что не понимаю. Так. Как бы обучение пройти прошел, но ни хрена не понимаю. Так, минутку. Ага. Так, это что у нас? Это у нас этот. А ну-ка. Серьезно, а почему он отвечает мне здесь? Он что, на улицу вышел? Я помню, что он надо... Свет сам выключил. Thank you.
Да он не хочет мне это самое. Я сейчас не понимаю, он... Г. Так. Окей. Ой. Напиши что-нибудь в блокнот. Так. По идее, он должен в блокнот писать что-нибудь. А, кстати, вот это вот надо посмотреть. Отпечатков нету-то. Нигде. Я сейчас даже не понимаю, кто это. Может быть даже. Ладно. Как там было 5 минут, и потом пипец начинается, охота начинается, да? Нет, он вообще тут. Рассудок 80 у меня. Ага. Ага, и камеру возьмем тоже. Так. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы сейчас он охоту не начал мне. Не, он следов не оставляет. Да я знаю, что он предметы придвигает-то. Подожди. О-о, он атаку начал. Бежим. Бежим. А, все, найти доказательство присутствия призрака с помощью детектора МП. Ага. Я выполнил. Так, я открою, на всякий случай. Шкафчик сразу же. Так он не пишет. А в блокнот он не хочет писать мне. МП-5 тоже нету. Ну это я не знаю.
хрена. Отпечатков пальцев тоже нету. Он только бросается. Стоп, низкая температура? Тихо. Тихо. Я видел только что пар. Где? Ноль, это низкая температура. Ноль. Он где-то тут тусуется. Ебать, атака! Атака пошла. Это атака была? Да, я вижу, что он кидается предметами-то. Но это точно его комната-то. Но он точно здесь. Ебать! Сука! Фу! Ну нахуй все, до свидания. Ебать, иди в жопу. Фу! Ебать. Ебать, я его видел только что. Ебать, я видел только что в лазерном проекторе. Вот. Ебать, я его видел только что. Ебануться можно. Выключись. Ну нахуй. Так, сука. Так, лазерный проектор. Конечно, галочку поставим. Так, лазерный проектор, я его видел. Так, в блокноте он не хочет писать. МП5 точно не было. И в приемник он мне не отвечал. Это мираж, что ли? Он, то есть, отвечал, но не... Он... Минусная температура. Ну, допустим-то. Журнал. Мираж, получается, тогда. Я не знаю, это мираж, может... Поехали. Не говорю, что неправильно. Welcome back. There's some jobs ready for you. Йокай? Серьезно? Почему йокай дали? А почему Юкай?
Вася, а с какого статички юкай он? А как можно посмотреть Yokai? Подожди, а как? А где Yokai? Yokai — призрак, который манит человеческий голос. Данный вид обычно обитает в домах, где раньше жили семьи. Особенность Yokai — близко звук. Так, доказательства. Радиоприемник, призрачный огонек, лазерный проектор. Ну да, лазерный проектор был у меня. А он со мной не говорил ведь. Он типа как бы... Подожди, доказательства. Радиоприемник. Подожди, что там было? Доказательство, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Доказательство. Допустим-то, лазерный... радиоприемник. Что там, лазерный проектор. И призрачный огонек, да? То есть он мне отвечал, получается, да? То есть, получается, он мне отвечал в этот самом. То есть, он мне, получается, отвечал в приемник. Еще призрачный огонек еще надо было найти, я понял. Ну, допустим, это... Окей. Поехали. Ну, допустим-то. Да-да-да, мы здесь. Так, следующий, ладно. Попробуем. Отвечает всем. Сбежать, пока хочется. Найти доказательство призрак с помощью детектора МП. Так, допустим-то, возьмем, что МП сразу же. Фонарик обязательно. Я не знаю, для начала я блокнот тоже возьму, кстати. Но он теперь он точно не на кухне он должен быть. То есть, если он на кухне снова... Второй этаж еще есть, да, где-то? Он может тут тусоваться ведь. Чего? Понятно. Конечно, вообще непонятно, где он может быть.
пока МП5 не будет, непонятно. Или, кстати, надо открыть вот эту фигню обязательно сейчас. Говорит, что он в гараже тусуется сейчас. А, включен. Ну, допустим, оставим здесь вот. Давайте оставим здесь. На кухне пока что МП. Допустим, так, пойдем за радио пойдем. Радио. Ту-ту-ту-ту-ту. Пойдем за радио сходим, посмотрим. Может быть, он это самое где-нибудь ответит. Кстати, что там по у нас по активности? Что у нас по активности-то? Ага. Радио возьмем. А тут есть этот самый, как его называется-то? Ну-ка. Интересно, он будет отвечать мне? По идее, он отвечает. Красный горит. Белый экран. Опа, только что упал. Напиши что-нибудь в блокнот. Тут вот температура низкая. Походу, температуру низкую мы обнаружили. Чего? Он вообще не активный. Призрак. А ну-ка, сейчас пойдем посмотрим. Температуру померяем. Призраку. Засунем ему градусник поглубже. А ну-ка. Да, это его комната. Это комната призрака. Вот видишь, он открывает, закрывает двери. О, пар идет. Да, низкая температура. Так, низкая температура есть. Да. Это низкая температура есть у нас сразу же. Угу. Так, берем вот эту вот фазма, вот эту вот
штуковину, по идее, он отпечатки пальцев должен оставить. Если вообще у него есть. Это его комната. Комната призрака. Напиши что-нибудь в блокнот. По идее, он отвечает. Да, он отвечает. Я его уже задолбал. А прихожу, это самое, так кнопку с рацией, так кнопку. А, Г. Так. Допустим, то заблокированный недавно статистика нет. Журнал. Так. А он, кстати, не отвечал мне. То есть, если он просто. Когда он будет говорить в приемник, тогда это считается, да, наверное? А, запись в блокноте нету записи в блокноте. Он вообще ничего не делает с блокнотом. С MP5 я не знаю. Насчет MP5 это трудно мне сказать. Так. Отпечатков он не оставлял мне пока что. Фиолетовый нет. Это демон. Ну не говори, что это не демон. Поехали. Орне? Серьезно? С какого? Почему? Далее. Почему Орне? Журнал. Почему Орне? Орне? Почему Орне? Радиоприемник. Призрачный огонек, минусовая температура. Минусовая температура была, я сразу определил. А почему радиоприемник? Слушай, это считается, что он это самое, как его называется-то? Юкай. Подожди, там был Юкай. Радиоприемник, призрачный огонек, лазерный проектор. Там был Юкай или что у нас там было? То есть это не обязательно, чтобы он говорил, да? Наверное. Ладно, допустим-то. После интереса, допустим-то, поехали. Давайте, ладно, попробуем. Я хоть сегодня определю. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. There have been new reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost. Так, ладно, возьмем МП сразу же. МП фонарик. Что еще возьмем? Радейку возьмем. Давайте погнали. Да поехали уже. Ух ты, какой туман тут. По идее он... Да получается он отвечает нам, да? Он что-то швыряется? Бля, а где он швыряется-то? Предметами-то.
Тут хрен-то спрячься. Ну, допустим, 1 МП. Но это не 5 МП. Он где-то швыряется. Не говорю, что он на кухне швыряется-то. Или здесь вот в гостиной швыряется. Я просто слышу, что он где-то швыряется. А, он здесь швыряется. Все, я нашел. Он здесь швыряется. Да, все, я его нашел. Он опять на кухне тусуется. Окей. А, ладно, допустим-то. Окей. Давай самую последнюю очередь радиоприемник будем поставим. Ой. Так, блокнот возьмем. Блокнот, что еще возьмем? Так, к. Блокнот возьмем и что там? Палочку фиолетовую возьмем. Давайте посмотрим. Он вообще будет писать. Мне какие-то призраки попадаются. Сюда поставим, давай, к. Напиши в блокнот. Минусовая температура. Тут вот была минусовая температура. Только что. Да, вот он. Так, сейчас проверим, это точно минусовая температура и не минусовая температура. Так. Так, градусник. Сейчас. Узнаем. Где-то тут вот он был. Да вот дым даже пошел. То есть пар. Дым пар. Да я знаю, что ты тут. Я вижу, что он тут. Он кидается этими предметами. Ну и что? И нифига! Ниже не идет.
Так. Это возьмем. Ладно, погнали, посмотрим. Посмотрим. Надо фонарик было выключить, кстати. Надо было фонарик выключить. Не, он не пишет блок тут ни хрена. Он только швыряет этим самым. Лазерный проектор. Вот он, я вижу его. Вот тут вот. Так. Минутку, лазерный проектор. Лазерный проектор. Галочка. Точечка прилетела, так, знаешь, журнал, огонек, Банши, Эрей, я даже не знаю, кто это может быть. Так, окей, допустим, это Г, а ну-ка, где эта радейка моя, куда радейку он дел? Стоп, я пока что иду в ту сторону. Надо с собой взять что-нибудь еще. Сейчас я возьму все, что у меня есть. Ну-ка. Так, значит, он не пишет нифига. Он вообще не пишет. Вот это выкинем. Радио возьмем. Подожди, если я радио, допустим, если он в радио ответит, допустим, то Экай будет. Экай? Ой. Если он блокнот, ой, не блокнот ответит мне, в этот самый ответит. Низкая температура. Юрей. Даже. Там пар был. Не говори, что я опять неправильно. Поехали. Блин. Не говори, что не Екай. Серьезно, Екай? Да ты издевайся. Почему Екай? С какого перепуга он Екай? Я сейчас вообще не понимаю, ребята. Почему он Екай? А ну-ка, Екай. Чего? Призрачный огонек, лазерный проектор. Да, лазерный проектор был. Призрачный огонек был. Да он ничего не отвечал мне. Я не слышу, чтобы он в радейку мне говорил. Или это считается, что он... Ладно. Так.
ready for you. Welcome back. There's some jobs ready for you. Так, сетевая. У меня только $25 всего лишь. Закупить автоматически есть. 50-му, 11-й уровень, 16-й, серьез ли? А тут 2-й уровень, 4-й, 13-й уровень, 17-й открывается, ё-моё, нифига себе! Круто!